Сегодня исполняется 62 года со дня основания при Республиканском МВД управления вневедомственной охраны. Отдел начинал работу, имея в распоряжении одну служебную машину. Штат состоял из 3 офицеров и 4 вольнонаемных. Сегодня здесь служат более 200 человек. Они занимаются охраной имущества граждан и организаций, а также объектов, находящихся под особым наблюдением полиции. При дежурной части, когда срабатывает кнопка... 528 заблокировал. Работу ведут в тесном сотрудничестве с уголовным розыском и противопожарной службой. В техническом отношении управление вневедомственной охраны – одно из самых развитых в системе МВД.